Ребят, привет! Если у вас Lexus или Toyota, и вдруг вы отключали клемму, либо снимали, меняли аккумулятор и так далее, и так прочее, вдруг у вас возникла такая неприятная неожиданность, как, ну, допустим, так. Значит, знаем у нас, ну, по крайней мере, на Lexus все четыре у нас автоматические стекла. Пошло. То же самое вверх. Оп, пошло. Здесь у нас активировано. С этого пульта у нас все автоматом будут работать. Нет, точнее, сейчас автоматом оно не будет работать. Вот смотрите. Вот видите, нажимаю. Никаких действий. Нажимаю. Никаких действий. Почему? Потому что здесь горит индикация неисправности. То есть их надо активировать. Значит, берем сейчас, нажимаем кнопку. Видим, у нас в автомате они не работают. Оно поднимается буквально пока мы держим кнопку. Только мы кнопку отпускаем, и стекло у нас перестает опускаться. Значит, как это вообще делается? Все предельно просто. В принципе, куча видосов. Ну, думаю, пусть будет и у меня на канале. Мало ли кто. Лексуса вот. Toyota вот. Берем немножко, приопускаем стекло и поднимаем вверх и удерживаем секунду в закрытом положении. Все, кнопку бросаем, кнопка у нас не моргает, индикатор не моргает, значит, все активировано. Значит, теперь берем, все на автомате у нас работает опускание, то же самое на автомате у нас работает поднимание. Это что касательно стекла. В общем, может, кому-то и бесполезная информация, а кому-то вполне быть и полезной. Ладно, всем пока. До новых видосов. Скоро, кстати, будет Volkswagen, ребят. Да-да. Volkswagen ждет запчастей, потому как мы не у себя дома, не у себя в стране. Здесь я никуда не лезу. Хозяева сами заказали запчасти, которые считают нужным. Ну, ждем, пока придут. Потому что заказ через интернет. Поэтому где их здесь заказывать, я не знаю. Хотя чисто теоретически существуют автомагазины. Где-то я видел, но не здесь. Ладно, все. До скорых.